Людмила Турищева. 18-летняя советская спортсменка, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике. Свой путь в большой спорт она начала в городе Грозном, у Владислава Ростороцкого, заслуженного тренера СССР. Уже ученицей 8 класса Люда завоевала высокую награду Кубок Советского Союза. В этом году в Москве наши тренеры накануне чемпионата мира отобрали в сборную команду страны весь цвет советской гимнастики. Нашим девушкам предстояла трудная борьба за первенство. Шли последние тренировки. И вот югославский город Любляна, знаменитый спортивный дворец Хала Тиволи. В борьбу вступают более 400 сильнейших гимнастов мира. Главными претендентами на победу считались спортсменки ГДР и Советского Союза. Это призер Олимпийских игр в Мехико Эрика Цухоль, ГДР. Чемпионка Европы Карин Янс, ГДР. Наступает очередь наших девушек. Зинаида Воронина. В многоборье у Ворониной третье место, бронзовая медаль. И приз для самой изящной участницы чемпионата. Упражнение на бревне. Выступает Лариса Петрик. Коварный снаряд. Трудный орешек для всех гимнасток. На этот раз у Ларисы бронзовая медаль. Вольные упражнения – главный козырь Людмилы Турищевой. Последний вид состязаний чемпионата мира. Турищевой высокую оценку. Достойное завершение чемпионата мира. Золотая медаль. В командном зачете победили советские гимнастки.